Азербайджанский оппозиционный журналист, сотрудник спутникового телеканала Туран ТВ Фикрят Гусейли 14 октября был задержан Государственной пограничной службой Украины по прибытию в аэропорт Борисполе на основании межправительственного запроса из Азербайджана. Он успел написать в Facebook, что власти Азербайджана обвиняют его в незаконном пересечении границы. Фикрят Гусейли, прибывший в Киев с частным визитом, Сейчас находится в изоляторе аэропорта. В 2006 году Гусейли, сотрудничавший с оппозиционным изданием «Азадлых», был избит в Баку, после чего покинул Азербайджан. В 2008 году ему предоставили политубежище в Нидерландах, а в 2015 году журналист стал гражданином этой страны. О задержании Гусейли в ближайшее время будет извещено Министерство иностранных дел Нидерландов. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» готовит заявление в с инцидентом, произошедшим в Киеве.